У Могилевской области распочалася закладка стабилизационного фонда. Традиционно на зимний сезон закладаются бульба, капуста, морква, бураки, цибуля и садовина. Сёлета у стабфонд треба закласти амаль 4700 тонн бульбы, более за 2000 тонн капусты и каля 1000 тонн остатней садовины и городнины. Для створения стратегичного запасу вызначены 10 районов и сельские господарки в зависимости от объема продукции и наявности сховищев. Самая великая нагрузка припадает на Могилевский район. Разом с ним основную закладку бульбы обеспечить Бобруйск и Шкловский районы. Так само у Кировском районе сделают закладку у всех видов городнины и садовины. Зауважим, что стабфонд сёлета будет меньшим, чем летось. Это связано с тем, что гандлёвые сетки теперь сами клопотятся про товары и их ассортимент, а запас бульбы и усяго іншого робится для потребов бюджетных установ, школ и больниц. Закладка стабфонда Могилёвщины будет робиться со сбором урожаю, бо добро заховываются, звычайно, поздние гатунки садовины и городнины. Работа протягнется до 15 листопада.